Владивосток, 5 ноября 2021 года. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири. А здесь Матросский сквер. Недавно этот сквер восстановили чуть-чуть. Здесь был какой-то сарай, его снесли. И вот открылся этот дом. И вот такая вот здесь стоянка. Здесь раньше была кирпичная стена, которая закрывала вид
на набережную, но ее снесли, и вот можно теперь с этой точки любоваться Золотым Рогом. Владивосток, 6 ноября 2021 года. Проходит обучение. Слышны барабаны. Thank you.
музей Тихоокеанского флота в этом здании находится. А здесь был когда-то кинотеатр «Комсомолец». Справа театральный сквер, театр Горького. А здесь Адмиральский сквер. Дом офицеров флота в этом здании. Еще сохранились вот такие вот старинные двери. Приморский академический театр имени Горького. Репертуар. Вон там озеро Чан, там вдалеке мост на Рут виден. А вон там сопка Комарова. Она находится в районе остановки Ладыгина. Ну, чуть дальше туда вглубь пройти. И вот это будет сопка Комарова, с которой открывается вид. Очень хорош, очень хорошо видно мост на Русский остров. Очень хорошо виден мост на, через бухту Золотой Рог.
к сожалению, вот сопка закрывает правый пилон, если смотреть с этой точки.